Так, поехали. У нас сегодня шкафчик. Шкафчик с размерами. Я сразу перейду тут на слой второй. Вам включаем кнопочки. Делим окошко напополам. Нам нужно будет смотреть на картинку. И тут Image Editor. И открываем картинку. Так, куда я его дел? Два вроде же перетащил. Рабочий стол. А, вот. Так, и где что-то? Вот он. Да? Вот наш претендент. Вот, сразу ему тут какие-то размеры, допустим, высота вот этого шкафчика будет у нас 2 метра. Да? Мы тут, короче, блин. Сейчас. Что-то кривая линия, да, какая-то. Просто напишу, что тут 200. Вот. Вот это, раз это 2 метра, ну, где-то у нас, наверное, с метр, да? Ну, хотя, ну, так, под перспектива 1,20 м, возможно. Да, пусть будет 1,20 м. Вот, сделаем, что высота вот здесь будет 40, глубина шкафчика, блин, так, чтобы удобно садиться было, пусть будет 50. Так тоже, не, вот тут 50, давайте где-то и тут сделаем 50, вот, да, ну, что-то типа этого, приблизительно накидаем все, как это происходит, вот, так, ДСП у нас, да, он сделан из ДСП, а мой идет 16 миллиметров, то есть 1,6 сантиметра, вот, такое дело остается. Так, ну и теперь постараемся. Из чего начнем? Начнем с того, что выставим единицы измерения. Перейдем и поставим метр. Вот. Опять же, метр лучше всего, потому что если будете перекидывать там модельки в макс или еще куда-то, ну, будут масштабы сохранены. Так, окей. Значит, переходим в вид фронт. Вот, и создадим, ну, можно плоскость, можно с куба начать. Лучше, наверное, начинают с куба, и мы создадим вот эту часть нижнюю. Да, от нее уже начнем все остальное, в общем, лепить. Вот, и так, поехали. Значит, Shift A, и кнопки что-то не показываются, по-моему, да? Или включены. А, они с запозданием. Shift A и добавлю куб. Вот, M-панелька, и в ней... Мы по оси X договорились 1,20 м. Так, глубина, то есть Y 50 сантиметров. И ДСП 16 миллиметров. Это можно точка 0,16 пишем, да? Упс. Точка 0,16. О, 1,6 сантиметра. Да, то есть вот сделали эту штуку. И если вы заметили, dimensions мы хоть и меняем вроде бы размеры, но реально меняются масштабы, да? Вот, и поэтому, если потом bevel всякие будем делать, опять же, нужно Ctrl-N и scale применить. Вот видите, масштабы к одному все исправились, и, соответственно, в режиме редактирования, если вы теперь включите показать там длины, видите, да, все правильно, и это как бы важно. Потом у нас есть вторая там полка, и она на высоте 50 сантиметров. Да, я могу это как бы и перейти в режим редактирования, так и сделаю. Нажимаю Shift D, Z и точка 5 пишу. Да, вот мы и перенесли на 50 сантиметров верхняя вот наша полка. Дальше. Так, дальше. Надо сделать боковые полочки. Боковые полочки, в принципе, можно взять, так, перейти в... Давайте я выключу Linux этот. Перехожу в ребра, в грани, выбираю эту и эту грань. Нажимаю Shift D, видите, я их скопировал, выделение осталось. Нажимаю F и создаю полигон.
Вот. И теперь мне нужно сделать ему толщину, опять же, 1,6 сантиметра. Нажимаю Е и пишу .016. Вот. И получили, да, эту планку. Отдельные части в блендере выделять наводите на грань или точку, или полигон, в зависимости от того, что выбрано. Сейчас грань, надо на грани наводить. И нажимаем L. И видим, да, выделили целиком элемент. Теперь мне этот элемент нужно привязать к вот этому краю. Я беру, включаю привязки к точкам, нажимаю Shift-D по X и Ctrl. Ctrl зажал, и привязки активируются. Можете просто включать магнит, кстати, горячая клавиша Shift-Tab, по-моему, да. Shift-Tab, и вот он, видите, я переключаю. Вот. То есть сделали вот эту часть. А сзади у нас будет какая-то ДВП, да, то есть чем-то, наверное, закрыто оно будет. Так, вот тут так нарисовано, непонятно, верхние они куда упираются. Да вот сюда вверх и упираются, да, и боковая тут. А, ну, как бы задняя закрыта просто как бы фанеркой, да. Эту фанерку давайте тоже сделаем. Я выделю эту и эту грань, нажимаю Shift-D, копирую. Возьму их чуть-чуть, смещу, нажимаю S, Z, да, Shift я зажимаю для того, чтобы как бы точно регулировать. Сюда чуть-чуть уменьшу, нажимаю S, X и Shift зажимаю тоже и сюда уменьшу. Опять F, закрыл, нажимаю E, и тут я как бы на глаз там подтяну чуть-чуть. Вот, вот это наша как бы ДВП, да, появилась. Закрыли. Болты не будем моделировать, не надо они нам. Вот, дальше... У нас, видите, нижний край, он вылезен еще, да, на сколько-то. Давайте сделаем его 30 сантиметров, и эта тумба получится 90, да? Вот, когда делаем, выделяю полигон, перешел в полигон, Ctrl-Tab нажал. Вот этот полигон нажимаю теперь просто D, X, да, то есть переместить град по оси X на 30 сантиметров. Точка 3 написал, переместил. Да, тут вроде бы даже чуть-чуть больше. Подождите. А, я что, я это же сделал и так. Нет, R20. Мне вот эти надо все переместить назад, стоять. Чуть-чуть стратил, да? А, снял выделение. L выделю вот этот элемент. Выделяю вот этот элемент. И перемещу их. Здрасте. Перемещу их на... Нажимаю G, X, 30. Да, только теперь написал, если не в ту сторону, минус просто клацать, и вот оно переезжает. С DSP сделаем то же самое. Можно теперь просто выделить и нажать Shift-R, повторить операцию. Видите, оно туда переехало. Вот. Ну, блин, я бы сделал... Давайте сделаем чуть-чуть, вот если так посмотреть, оно больше высунуто. Еще на 10 сантиметров высунуто. GX.1. Вот, вот так вот пойдет. Вот, теперь давайте сделаем дверку, да? Вот тут должна закрываться. Выделяю верхнее ребро. Вот, Shift-D, копирую его, нажимаю E, Z, да? То есть его экструдирую по оси Z, Ctrl зажал и навел к нижней грани. Все, да, видите, оно тут прилипло. Теперь я этот объект выделяю целиком. Наведу вот на нее и нажимаю L. Вот, я выделил этот plane. Тоже, да, немножко стратил, надо же было его... А нет, все правильно я сделал. Это вот эта часть немножко выйдет. Видите, она находит. Да, и вот эту высуну чуть-чуть. Боже, что такое? Сейчас. Так, короче, вытаскиваем тоже, да, на 1,6E, точка 0,16, вытащили. Давайте вот эти тоже, перехожу в грани, выделяю вот это, нажимаю G, Y и вот сюда привязываю. Да, тут также G, Y, Ctrl зажал, сюда привязал. Вроде бы все так. Вот, дальше у нас как-то, ну да, тут как-то картинка нарисована, ну что ж поделаешь, сделаем все как надо. Дальше выделяем, L навожу, да, на полигон, поскольку полигон выделен, нажимаю Shift-D по оси Z и пишу 2, на 2 метра приподняли этот объект. Дальше нужно что же тут планки поделать, позакрывать. Беру тем же самым методом, скопировал грань тут, скопирую грань
тут выделяешь их, D я их скопировал, F нажал, создал полигон, опять E нажал и опять нам 16 написал. Вот, появилась и тут у нас DVP. Теперь я ее выделяю целиком, навожу L. Да? И тут на сколько-то там мы ее передвинем, давайте Shift-D, X, X нажимаем, да, привязать к оси. Ну, где-то вот так. Да? Там 47 сантиметров. Ну, там вроде как не напополам. Давайте мы на 45, да, передвинем, чтобы у нас было все. Вот. Передвинули, нормально, все хорошо. Также создаем теперь дверки. Дверки. Ну, дверки вот можно эту грань выделить и эту грань выделить. Опять Shift-D. Главное не забывать копировать, да? Вот, в Max, кстати, если бы в Blender'е, то он ему все равно, он вывернут или нормально не вывернут, он создаст полигон, нефиг делать. В Max'е бы у вас ничего не вышло. Например, если бы вы не скопировали и просто захотели соединить BridgeJohn, ничего не получилось, в Blender'е можно. F нажимаете, он полигон создаст. Но нам нужно, чтобы это был отдельный объект. Вот, да, тут мы опять, как бы, видите, стратили, то есть придется чуть-чуть нам все пододвигать. Вот, но сначала я сделаю, отэкструдирую эту дверку, вот видите, я ее как раз внутрь отэкструдировал, теперь я выделяю вот эти вот полигоны, этот опять нажимаю G, Y и Ctrl сюда прилепил, выделил это тоже G, Y и Ctrl зажал, сюда прилепил, вот. Как бы дверка создана, все хорошо. Теперь просто сделать раз, два и еще там, короче, доски. Доски, как мы их сделаем? Так, сейчас подумаем. Так, как-то сделаем, давайте. Так, я выделю опять, выделяю две грани. Раз грань и сверху грань выделю. Вот, и тоже их беру, копирую, Shift-D, вот, и F закрываю. Теперь первое, да, у нас тут будет отступ. Нажимаю Ctrl-R, это Loop Cut and Slide, или вы вот здесь же выбираете, помните? Да? Вот. И теперь Ctrl-R, и эту линию где-то сюда так передвину. Вот, и как бы вот эта часть мне уже не нужна будет, да, могу ее сразу X-Face удалить. Там, кстати, да, тоже DVP должно быть будет закрыто. Мы закроем это, ну, на тот случай, если мы захотим шкафчик открыть и показать там полки или что-нибудь такое. Вот, дальше опять нажму Ctrl-R. И надо нам вот здесь сделаю эту дощечку. Опять Ctrl-R сюда поднесу. Тут я как бы так уже образно делаю, в общем. И вот сюда. Если что-то не так, чуть-чуть попододвигали, да, да, как-то что-то не так. Так, надо на какие-то равные расстояния, что ли. Ну вот, вроде бы приблизительно оно. Да, вот этот тоже нам полигон. Вот этот не нужен, и вот этот. X нажимаем, Face удалили. Вот, вроде бы. Так как-то получилось, да? Далее, вот эти, да, нужно также будет обрезать досточки. Нажимаю Ctrl-R, появляется вот этот loop, разрезали. Нажимаю G, Z и привязываю вот к этой точечке, да? Вот, сделал разрез. Также Ctrl-R, поделил этот, G, Z и к этому. Есть. Теперь вот тут вот два полигона как бы тоже лишние. Возьмем этот, этот, удалим, face. Все. Да, то есть как бы все есть. Теперь выделяю вот эти элементы, навожу, L нажимаю. Опять E, ну 16. Вот, все получилось. Теперь вот это, да, как-то дело надо изогнуть. Чтобы его изогнуть, давайте попробуем Ctrl. В ту, что это? Все хорошо. Так и должно было быть. Да, только вот тут вот наш шкафчик находит. Оно не должно, оно вплотную должно находить. Поэтому выделим Face. Опять G по оси X. И вот сюда я привяжу. Вот. Теперь я отделю. Пробуем так. Поделить этот элемент напополам. Вот. Взять вот эту штуку сюда.
да, насколько-то подогнуть и попробуем нажать Ctrl-B, вот, и покрутить колесико там мыши, да, а ну давайте отъедем чуть подальше, вот, нажимаем Ctrl-B. Так, ну, добавили грани, в общем, что-то не то. Я бы, конечно, это сделал сплайном. Как это нам скруглить? Это надо или подразделить на кучу всяких элементов. Ну, можно, например, смотрите, сделать его так, потом выделить несколько точек и включить режим пропорционального редактирования. Да? То есть это с зависимостью. Вот нажимаю Enable. Вот. И теперь нажимаю G. Видите, появился кружок такой. И этим кружок, мышкой я его регулирую, вот, на сколько он будет влиять. И тут есть еще второй выбор, коннектор, да, то есть у нас вот это только соединенный меш, на эти уже не будет влиять. Вот видите, я как бы не крутил, влияется только на этот. Да? Ну, как видите, тоже черт его знает, как его подогнуть. Я бы, конечно, вот, вот эту вот часть, например, сделал бы по-другому, наверное. Давайте так и попробуем. Сейчас я выделю ее. Так, тут это все давайте отменим, что я наделал. Так, что-то у меня в голове как-то, да, вот не рождается идея. Так, ну пока что вот этот элемент я возьму, как бы, и что, удалю, наверное, его, да. Выделю целиком. И X нажимаю Face. То есть, ну, не прокатило так, да? Выходим из режима редактирования и добавляем сюда кривую. Вот, без E. Да, кривую, говорим, нажимаю F6. Это также меню последних операций, как просто в T-панели вот это, да? Вот, просто можно клавишей F6 его вызывать. Align to View. Захожу в режим редактирования. И я сделаю вот эти манипуляторы векторными. Нажимаю V и выбираю вектор. Видите, теперь они прямые. Вот. И также их я теперь нажимаю G, удерживаю Ctrl, да, вот тут привязал. Опять нажимаю G, Ctrl удерживаю. Так, вот здесь привязал, только вот тут же у нас отступ есть, поэтому теперь G, ось X и с этой точкой. Теперь нажимаю E и экструдирую. Опять Ctrl удерживаю вот к этому. И опять E экструдирую сюда. И выделяю две точки и нажимаю F. Все, я замкнул кривую. Да, видим, одни там привязались, другие там. Но это не страшно. Выделяем эти две точки. Опять G по Y и сюда привязали. Вот, у нас родился такой себе этот... Как его, блин, сплайны, да, ну, когда работаем с этими кривыми, у нас есть вот такое менюшка появляется. И в этой менюшке можно выбрать тип 2D, вот, да, так, что это она? Да не, а что она переехала, да? Я вроде ничего не нажимал, ну ладно, опять G, Y, вот сюда, назад ее вернули. Есть мультик экструд, видите, экструдируем на... Все те же 0.16. Вот она появилась. Так, тут 0.16 от средней точки. Значит, надо на 0.08. Вот, теперь так. То, что надо. И как бы почти готово. Мы ее поместим куда надо, но еще не готово. Я захожу опять в режим редактирования, выделяю вот эту точку, эту, нажимаю Double V и выбираю Subdivide. Я поделил, и вот тут появилась вершина. И для этой вершины я указываю тип, где там, Align. Да? Вот. S можно, да, регулировать степень, R вращать. В общем, сделали вот так. Как видим, все вроде бы ровненько, хорошо. А теперь выхожу из режима редактирования табом и нажимаю Alt-C и конвертирую в Mesh. Вот, теперь заходим, видим это Mesh. Ну, тоже, короче, сетку отвратительную, да, как бы строить такую. Грани побил, где там захотел себе... Вот это, конечно, такой элемент. Ну, его лучше как бы взять самим. Еще один, например, есть способ, да, как это сделать. Но это придется самим потаскать кучу точек.
да? То есть, например, вот, ну, у нас одна есть, да, модель, наша заготовка. А теперь мы зайдем сюда в модель. А, блин, надо вернуть нашу. Ой, уже не получится. Ну, короче, заново придется нарисовать нашу модель. Да, кстати, можно же тут тоже рисовать. Смотрите, берем точку, выделил точку, нажал Shift D. Видите, я скопировал точку. Теперь могу эту точку экструдировать. Я сейчас слэш нажал в режим, как его, изолированный перешел. Е и привязываю, да, к этой точке. Опять нажимаю Е по оси Е, Z и привязываем туда. Опять Е к этой точке. Вот, и нам надо вообще вот эти теперь две точки соединить. Но как же тут найти, где тут какая точка, да? Вот, они в одном и том же месте. Ну, найдем мы это так. Я выделю вот этот вот элемент. L и нажму H. Я его спрятал. Вот теперь я вижу. Ай, блин, и вот этот давайте тоже наведу. L и H спрячу. Вот теперь я четко вижу две точки. Нажимаю F. Могу L выделить. Все, опять нажал F, E. И тоже экструдировал на минус 16. И смотрите, следите, чтобы у вас не было вывернутых нормалей. Вот, да? Видите, надо Ctrl-R нажать, и все у нас перевернулось. Так, сделали такую штуку. Теперь Alt-H показал все. Слэш тоже. Видим эту часть. Перехожу в вид спереди. Нажимаю Z, чтобы прозрачный режим. А, сниму выделение. Ctrl-R и подразделяю, да, на сколько-то там точек. Ну вот, и теперь вот такая супер задача таскать эти точки. Да, можно как бы по две таскать, у нас же вроде бы все ровненько. G, X и сюда перетащил. Вот, выделяю теперь вот эту точку и вот эту. Опять G, X сюда. Ну, так будет самый правильный способ, да, у нас хоть сетка будет более-менее нормальная. А, снял выделение, выделил эту точку и эту точку, опять GX, перетащил их. Ну, в общем, да, так. Муторно. Ну, что сделать? Можно нажимать, кстати, вот это, да, кнопками, а можно же за манипулятор брать и сразу тащить. Вот, мы сделали, в общем, этот элемент, ну, теперь-то с ним, вот, как бы, все хорошо. Да? Вот это нам уже не надо, нужно удалить. Так себе нарисовали какую-то заготовку, вот получилось. Конечно, чуть-чуть сильно вывернул, но ничего. Вот тут, например, полка, да, какая-то есть. Давайте еще ее сделаем. Опять же, полку выберите, не создавайте тут разные элементы. Берете, она какая-то есть, готова, Shift D по оси Z, да, скопировал. Например, на таком уровне где-то будет. G, X привязал, да, вот к этой точке. Все. Вот. Тут, например, могу теперь взять, перейти в точки и у этих точек снять выделение. Ctrl-Shift зажимаю. Вот, и снял. А это дело передвинул сюда. Навел L, выделил опять. И E проэкструдировал. Пусть будет тут эта полка. Вроде бы так, все хорошо. Еще бы, ну как там, что ножек никаких нет у него? Нет, плохо, да, а мы нарисуем какие-то ножки. Вот, давайте я перейду, ну, выйду из режима редактирования, Shift A, создаю теперь цилиндр. Цилиндр очень большой. Так, да, создал, теперь иду вниз, сюда SZ плюс, вот, подвину к низу шкафа, зайду, применю масштабирование скил, зайду в режим редактирования и выделю вот эту верхнюю грань, вот эту, нажимаю Ctrl-B
И тут покрутим, сделаем вот такие вот штуки. Да? Так, это готово. Теперь выделяю ее и в режиме же редактирования дублирую Shift-D по оси Y сначала. Теперь А. Выделил все. Дважды А нажал. Shift-D по оси X. Ну, как бы сделаем тут и еще, наверное, посерединке где-то. Вот, сделали. Ножки есть. Теперь давайте ручки сделаем. Вот тут и вот тут две. Блин, а зачем? Ну ладно, пусть будет две. Так, опять же, да, ручки. Как делать эти ручки? С чего их там начать? Ну, давайте, наверное, выходим с режима редактирования и создаем кубик. Куб. И куб сделаем 1 на 1 на 1 сантиметр. Вот, появился кубик. Перейдем в вид сверху, нажмем Z, чтобы видеть, и перетащим его вот сюда. Да, например, вот тут у нас где-то будет ручка. Так, ну вот на каком-то таком расстоянии. Вот, теперь Ctrl-A и применяю Scale. Точка – это приблизить объект. Нажимаете, захожу в режим редактирования, выделю какую-то грань и перетащу, нажимаю GX19. И итого у нас ручка, 19 метров стоять, на GX.19. Да? Итого ручка получилась 20 сантиметров. Вот, дальше можем, например, просто возьмем пропилим, уже не заморачиваемся на такие равные квадратики. Вот, сделаю, перейду в Face и выделю вот этот и вот этот. Да, нет, вот этот. О, вот так. Да, перейдем в вид сверху, слэш опять нажму, E и вот сюда отэкструдируем. Теперь эту ручку чуть-чуть подвинем. Перейдем в вид спереди и перенесем. Да, вот тут-то видим теперь, что все-таки высоковато, да? Чуть-чуть. Ну, это опять же не проблема. Это у нас целый объект. Заходим, выбираем как бы вертексы. Вот, выделим вот эти, например. Да, желательно тут вот этот снять. Shift-L нажал и целый объект отсоединился. И вот тут можем подвинуть, например, вот так, да? Без проблем, все починили. Теперь ручку одну сюда, Shift-D по оси X сюда перетащим. А, и перед тем давайте ручки добавим фаски. Переходим на модификатор, выбираем Bevel. Вот, и фаски где-то на 0,02, ну 2 мм. Да, вот видите, появились. Вот, и их скруглим. И ручки также делаем затемнение, вот это смус. Вот. Появилась четкая ручка. Также вот этот же, помните? Viewport clipping, если клиппинг, если вам мешает, 0,01 на 1 мм, и все у вас показывает. Так, теперь переносим. Shift-D по X сюда перенесем. Вот, и еще один Shift-D. R90, покрутим ее. G перенес. Так, блин, нечаянно, наверное, что-то было выделено, да, когда я сейчас починю. Так, зайдем опять сюда. Да, вот видите, нечаянно. Теперь выделим две вот эти точки, нажмем G, Z и выровняем относительно. Все, как бы починили. Вроде бы в шкафчику все, но все, зеркала нет, да. Заходим в режим редактирования опять. Вот сюда. Так, так. Shift-D, S, вот так вот, так, и S по Z, чуть выше сделаем, ну вот, да, сделали зеркало, нажимаем E и на 5 мм вытягиваем, 0,05. Вот, и у нас у зеркала, наверное, будут фаски чуть другие, сейчас я, поэтому я его делю, навожу на него L и B, Selection, да, то есть я от текущего объекта отделил, и зеркало теперь отдельный объект. Вот, и как бы вроде бы все хорошо, теперь вот сюда шкафчик уберем и применяем тоже Bevel. Вот, не применяем пока что внутри
как бы объект. Это как модификатор, вы его в любой момент сможете удалить, и у вас настолько полигонов будет. Вот видите, с Белла сейчас у вас 10 тысяч, без него, в принципе, не сильно уж то и поменялось. А, ну я особо ж, давайте еще Белла. Так, сделаем тут тоже на 0,02 мм, и вот там сегментов 3 мы делали, чи 4 я делал, да? Вот он сглаженный такой. Вот, также включаем этот смус. Вот, и чтобы поверхности вот те не были закругленные, мы этот смус делаем для углов, которые меньше там 30 градусов. Что-то особо не как-то. Так. Ну-ка, подождите. Так, ладно. Вроде бы моделька есть, готова. Можно ее отрендерить. Можно попробовать как бы еще и потекстурить. Ну, хотя времени еще есть. Давайте попробуем затекстурировать что-то, накинуть какую-то текстуру. Куда я делал текстуру? Где-то была текстура. Вот она текстура, да, у меня какая-то есть. Так, и смотрите. Этот объект у нас 3D, текстура 2D, да, то есть как вы думаете, как он наложится на этот объект? Непонятно как там, а? Криво, вообще непонятно, изначально в Blender'е он никак не наложится, если мы его подключим. Вот, то есть нужно будет делать именно unwrap, и лучше сделать unwrap, а это такая-то как пакетик с под молока, видели, на нем же напечатано на квадратном, например, картоне. И печатали не в собранном виде, да, на нем текстуру наносили, а он был плоский, и нам надо нашу модель привести к плоскому кругу. Вот, поэтому, так, едем дальше. Во-первых, давайте как-то включим нашу студию, да, так, весь шкаф чуть-чуть приподниму, а выделил D, Z, вот сюда. Так, вот этим лапкам тоже сделаем смус, сглаженный вид. Вот, вроде нормально. Shift A, добавим lane, только Shift C, курсор в центр, и теперь добавляем. Есть. Так, да, это окошко мне не надо. Дальше вы будете использовать Cycles Render. Мы будем в основном работать с ним. Вот, теперь как-то, ну, давайте пока что просто с обычными лампочками. Вот я переношу одну сюда, одну тоже сюда, чуть повыше. Когда вы переключаете на Cycles Render, у лампочек все пропало, есть кнопка Use Node. Если она есть, нажимайте ее, да, это Cycles Node Redactor, и надо это включить. Вот, и сделаем лампочку, вот это на 500, эту лампочку... где-то 900, и размер лампочки тоже можно поменять, это чтобы чем больше размер лампочки, тем размытие тени получается. Дальше 0 переходим и выставляем камеру. Для нашего шкафчика, наверное, больше подойдет размер картинки там 1000 на 1000, да. Сейчас мы будем рендерить 50% от этого размера. Теперь удоб камера to view блокирую и выставляю там вид. Да, например, вот так я хочу рендерить. Ну, допустим. Вот, и дабы не видеть вот тех всяких штук, да, я возьму plane, немножко разверну, сделаю R, Z 45, даже больше, наверное, да. Вот наша камера. Я поверну, короче, этот plane вот сюда, да, вот камера, вид мы видим так. Вот, и зайду в режим редактирования, выделю вот ту грань, вот, и ее отэкструдирую по оси Z. Выделю вот тут, нажму Ctrl-V и ей сделаю фаску, да, и теперь все это дело сглажу. И в настройках Cycles поставим тут бордер.
Да, бордер, что он значит? Вы когда переходите в режим рендеринга, у вас рендерится весь вьюпорт, а так будет рендериться только то, что в камеру, да, попадает. Вот, и мы видим как бы наш шкафчик. Вот, дальше можно будет поделить окна надвое, да, и чем-нибудь такое, даже вот так поделим. И вот здесь будет рендериться, а тут мы так будем крутить и выбирать разные материалы. Тут, то есть, работать со шкафчиком. Можно нажать слэш, спрятать все другое. А вот тут он. Да, и теперь вы можете там лампочки посмотреть, поменять их яркость, подвигать, и вы будете видеть, как все меняется его в вьюпорте. Вот. Дальше. Cycles, да, и материалы. Первое. Выбираем наш шкафчик и переходим в материалы. И если, короче, нажмете плюсик, вы добавите слот материала, но это еще не материал. И этих слотов может быть много. Я потом расскажу, как их назначать. А можете просто сразу нажать New, и создается и слот, и материал в него ложится. Материалы советую сразу же обзывать как-то. Да, допустим, пусть будет наш шкаф. Вот так назвали, да, чтобы вы потом эти материалы могли как-то идентифицировать. Вот, потому что примешечки такие маленькие, особо не поймете. И этот материал назначился целиком всему объекту. Вот, ну, например, если я добавлю еще один материал и положу в него, и сделаю ему диффузный канал, это, да, как бы базовый цвет, то, что мы видим. Да, не дает он ни бликов, ничего, просто цвет. Видите, черный, он ему назначился. Вот, как там меняем, ничего не происходит. Вот этот шкаф, если поменяем, да, то есть мы поняли, что он работает все нормально. Вот, а этот никак. Но этот можно назначить, если зайти в режим редактирования, например, выбрать какой-то объект. То есть первый материал базой применится по-любому ко всему объекту. А если вы хотите еще какие-то поназначать отдельным деталькам, вот выделили вот это, нажимаем Assign, да, и к ним теперь применился этот материал. Вот, ну, я не буду пока ничего делать. Будет один материал. Также шкаф я забыл. А, нет, все, я ничего не забыл. Я добавил фаски, все хорошо у меня. Далее нам надо текстуру приспособить. Вот с текстурами будем работать вот тут, на дитер. Я вам еще поподробнее об этом расскажу. Пока что, вот видите, есть Material Output, да, то есть это сам материал, и вы можете воздействовать там на поверхность, на объем или на карту Displacement. Вот. И сейчас, вот если я отключу, видите, он черный стал. То есть, если я хочу шкаф, чтобы у меня блестел, я Shift-A нажимаю и добавляю шейдер, там, например, Glossy. Да? Вот, подключу, видите, он стал блестящий. Можно как зеркало его вообще сделать сразу же, да? Вот. Но там их надо, например, Shift-A и добавляем там Mix Shader. Да, этот шейдер может смиксовать несколько каналов. Например, мы базовый цвет хотим, чтобы еще был блестящий. Вот, и есть у нас фактор, да, с помощью фактора, ну, давайте ролл вниз уберем. Вот, с помощью фактора мы можем менять, то ли это будет полностью диффузный цвет, то ли блеск, да, а также можем их, вот, миксовать. Вот, их можно миксовать по какой-то маске, но пока опять это не надо. Вот, и я выделю вот эти все пока что. Для вас уже появился такой шейдер принцип, вот называется. Шейдер принципы. Вот, в нем есть все. Да, то есть, опять же, Base Color – это диффузный цвет. Если вы хотите создать металлическую поверхность, да, то есть металлы, крутите параметр металлик. Если вам надо диэлектрики разные, да, то вот просто есть у каждого материала есть параметр блика, то есть ярче блик или тусклее. И это, кстати, еще тут можно на превью смотреть. Вот видите, сейчас вот рог мы соберем. Видите, он забликовал, появилось, мы видим окружение, отражается в нем. Вот, спекуляр будем убирать, видите, блик тусклее, и отражение все меньше. То есть это максимальное отражение. А roughness это у нас параметр шероховатости, у нас размывается блик. Еще есть тут transmission, это если вы вдруг стекло захотели, да, создать. Вот, покрутили его, в общем, все.
Так, ну а нам надо как-то сделать, чтобы у нас текстурка применилась. И текстурку можно просто взять сюда, перетащить. Вот, например, где она на рабочем столе. Я ее беру и сюда перетаскиваю. И появляется Mod Image Texture. Видите? И, соответственно, на какой канал нам надо текстура? А? Ну, на диффузный. Мы же хотим ее в качестве базового цвета видеть, правильно? Вот на диффузный и тащим. И если вы тут, кстати, переключаетесь материал, вы также без рендеринга будете видеть эту текстуру. Да, например, смотрим, ничего не отображается. А не отображается, потому что рендер не знает, как же ее нужно сюда, на этот шкафчик наложить. И первое, что нужно сделать, это указать, как нужно ее налаживать. Текстуру координат выбираем, мы, например, можем использовать генерируемые. Ну вот, видите, она уже появилась. Видите, текстура отображается. Но не везде хорошо. Вот тут вот непонятно, как она отображается, да? А отображается она, вот видите, flat, плоско. То есть она вот сверху налаживается, а вот тут по бокам вы видите граничные пиксели, да? Она просто как бы растянулась плоско. Можно попереключать, например, на бокс. Да, бокс нам даст другой результат. Но как бы хотелось бы больше каких-то действий. И пока что, что я сделаю? Нужно сделать развертку всему этому делу. Вот, то есть мы по умолчанию, когда ничего не подключено, используется UV-Map, то есть UV-развертки, Unwrap, или как там это назвать. Вот, я перехожу... Перейду тут в UV Image Editor, а тут перехожу в режим редактирования. Да? И каждый вот этот вот элемент, я могу вот тут даже показать, сейчас выбрать свою текстуру. Да? Но это не советую делать, потому что текстуры как бы должны быть разверточки. Давайте я вот смотрите, выделяю верхнюю часть и нажимаю и выбираю Unwrap. И вот видите, верхняя часть появилась тут. Это как бы мы проецируем координаты. Если вы посмотрите вот сюда, вот она такая проекция. И смотрите, нажимаю там, например, S, масштаб. Видите? То есть, ну, это дело проецируется. Там проверну, разверну текстуру эту. Вот, могу там сжать ее по оси Y, видите, в другую сторону спроецировал. То есть тут вообще у вас как бы действий куча. Но советую изначально делать это на текстуре, не на такой, а нажимаем U и выбираем вот тут не бланк, а UV Grid. Да? Вот, и там тест напишем. Окей. О, видите, какая появилась? Она в клеточку. Это, в общем-то, неплохо. Сейчас мы перейдем в Mod Editor опять и поставим вот эту нашу тестовую. Да? Вот, она нужна, чтобы правильно как бы растянуть всю эту текстуру. Да? Вот, и теперь приступим тогда. Нажимаю, перехожу опять в UV Image Editor и вижу, да, что, ну, например, вот такие какие-то квадратики у меня будут. S, X. А тут надо вот так растянуть. Вот. И текстуры, конечно, желательно использовать квадратно. Да? Или растягивать сейчас все элементы в соответствии под нашу текстуру. А у нас текстура какая? Сколько на сколько? Давайте посмотрим. 3927 на 1745. Давайте вот этот UV Grid сделаю еще один. New нажимаю. И сколько? 1745. Столько умов сидит и запомнит. Не можем. Да, тоже выбираем UV Grid. И там напишем тест 1. Окей, создали, да? Вот она. И тоже давайте ее отобразим в нашем же материале. А, я могу это и тут, кстати, делать. Да, вот есть поверхность, есть у нас surface. Так, подождите, мы сейчас что делаем?
Base Color, видите, Image Texture. Да, и я могу... Не, вот тут Image Texture, где она сама? Что-то не видно. Лучше, короче, пользоваться модовым редактором. Вот, и тут выберем. Все. Да, теперь видим, что она бы у нас потянулась. То есть на той бы текстуре, когда мы поставили, было бы все по-другому. Да? Вот, вот, теперь выбираем. Вот, сильно как бы растянуто. Вот, мы на этой все дело, мы подбираем все эти размеры. Так, идем где-то назад. Делаем квадратики. Ну, где-то так. Да? Тут эти части как-то позиционируем. Дальше выбираю вот этот, да, элемент. И тоже и unwrap. Да? Видим вообще, что это у нас. А это у нас, мы вот тут забыли галочку одну снять в mod-editor. Мы же box поставили, а должно быть flat. Мы же разлаживаем все. Вот. Вот, с этой вроде бы. Да, и смотрите, надо. Да елки-палки, ты че опять? Сейчас переходим. Выбрали эту. Не той стороной. Ну, сделаем ее R45, проверну. Ой, 90. Да, проверну S. Это так. Тут квадратики вроде бы подходят. Так, а ну-ка. Посмотрим на нашу, подключим, пока выберем опять текстуру. Да, еще вот с квадратиками-то хорошо. Но вот тут текстура нормально легла, а вот тут она не в ту сторону легла, да? Поэтому тут надо эти элементы нам развернуть. Вот. Ну, давайте, короче, наверное, все-таки тут текстурку эту положим и будем на ней уже мастырить, да, сейчас квадратики, а то не понимаем, в какую сторону что крутить. Перехожу сюда и просто там масштабирую. Ну, пойдет, например. Выделю теперь вот эту часть и вот эту опять. Ну, unwrap. Да? Их вижу, что большие, мы смасштабируем, только чуть поменьше. Вот поняли, для чего квадратики? Да, вот тут бы мы бы лучше понимали, просто непонятно, куда направление. Вот, ну, вроде все нормально. Так, теперь выделю вот эту часть. В принципе, зад нам не надо, да, разворачивать. Опять unwrap. Вот выделил эту деталь, я ее тоже R90 покручу и расположим ее вот тут. Есть. Так, выделим эту тоже. Unwrap. Где-то так. А тут надо направление как раз таки поменять. Да? Так, ну приблизительно так. Вот эти вот, да, у нас все дела как-то тоже
Так, тоже Уман, Враг, да, как-то они тут напрыгали. Вот, конечно, их бы желательно покрутить, но я не буду уже заморачиваться. Или вообще это как вот клеится, видите, у меня другая текстура, это кромка. Вот, то есть можно так расположить, нужно задать ей какой-то цвет, да. Ну, желательно, конечно, то есть над каждой поработать, их немного надо увеличить. Вот, а вы видите, я увеличиваю, ничего не пропадает, не пропадает. Потому что выглядит оно все как бы иначе. Нам сейчас не показывается, но вообще текстура тайлится, то есть повторяется. Это где-то вот тут можно включить. По-моему, вот это было. Нет. Сейчас это image. А, вот, repeat, да? Вот. Видите, как оно повторяется. И видно, что когда наша будет полигоны попадать вот на такое, мы будем на рендере видеть то же самое соединение. И желательно использовать текстуры квадратные и тайлинговые, да? Вот так. Ну, я уберу. В общем, так, вот эту часть тоже возьму. Аврап, ее повернем. Я уже как бы по-быстрому, в общем, я не хочу, вы сам смысл поняли, да, можете попотеть с этим, сделать, в общем, доскональнее, не то, что я. Вот эта часть видимая, да, она тоже у нас как-то. Так, вроде бы все дощечки, да, все, а, вот это еще забыл. Ну, вообще, как бы берем квадратики, по-моему, если что, просто если не в ту сторону, развернули где надо, да, поизменяли. Так, в общем, так, теперь, ну, теперь надо как бы создать материал и это отрендерить по-божески. Да, переходим в Node Editor, тут мы уже вот нажимаем Shift-Z, да, то есть превью. Если мы подъедем вот так, мы уже видим нашу текстуру. И наша текстура сейчас полностью такая блестящая. Да, видите, однородная. Вот, хотелось бы этого избежать. Ну, во-первых, DSP, она не такая у нас глянцевая, да, поэтому мы параметр шероховатости немножко покрутим. Покрутим в 1-2. А хотелось бы еще, чтобы эта шероховатость была какой-то неоднородной, опять же, да. Поэтому я вместо этой шероховатости буду использовать карту. Везде любой вот этот параметр у нас от 0 до 1. И вместо этих значений можно подключать текстуры или процедурные карты, да, которые генерируют нам цвет. Или свет. Да, то есть от белого к черному. Нолик это черный, 1 это белый цвет. Полностью, да? Вот, и также это. То есть у нас на текстуре есть тоже данные о свете. И нашу текстуру мы можем взять еще и, то есть использовать в качестве вот этого параметра. Но, возможно, что-то не то. Хотелось бы поуправлять этим. Во-первых, ну, сюда используем части еще черно-белая текстура. Поэтому возьмем конвертер, color ramp сюда вот притулим. Да? Можно посмотреть, как она сейчас выглядит. Вот в этой ноде я Ctrl-Shift нажимаю и коррелацию по ноде, и я вижу результат. Да? Я вот вижу. Иди сюда. Вижу просто сейчас черно-белую текстуру. И я могу, как бы, если у нас 0, это будет, то есть полностью черный цвет, и он будет полностью бликовать. Значит, а мы такое не хотим, да, то есть мы можем крутить вот эти, видите, параметры и менять яркость. Вот, я делаю там черно-белую. Теперь переключусь с Ctrl-Shift, хочу видеть результат в этой, да, ноде. Поставим так где-то на лампочку, чтобы давала отражение. Вот видите, как они уже поменялись. Она неоднородный блик уже пошел, в зависимости от света разный. А теперь возьмем, давайте добавим еще
RGB кривые. Вот. И этими штуками тоже быстро можем изменять ее яркость. Вот видите, заблестело. Ну вот как-то так сделаю. Не сильно, чтобы бликовало. Или чуть посильнее. Ну пусть вот так вот будет. Так, и теперь еще у каждой вы можете увидеть, вот какая-то есть такая как бы геометрия, текстура ее, да? Вот, мы там создали сейчас у нас просто блики, бликуют, рассеивается свет по-разному на разных участках, а надо еще сделать саму текстуру этого материала. И за это отвечать будет такая штука, как бамп, которая будет влиять на вектор наших материальчиков, то есть объектов, и свет будет опять же отражаться в зависимости от нашей текстуры и создавать такую себе псевдогеометрию. Вот смотрите, беру, добавляю нот bump, он будет на канал normal, а вот тут я хочу, чтобы вот эта вот текстура, да, действовала на высоту. И видите, что получилось, да? И ну теперь я тут сделал параметр где-то на 0.1, ну, надо подобрать, ну, даже это сильно, на 0.05 сделаю. Такая небольшая, чтобы была. Вот, можно вот эту дистанцию, там, единичку. Вот, так сделали. Еще я хочу сделать, чтобы мой шкафчик был немного потемнее. Да, тут я могу просто вообще скопировать вот этот нот, RGB, курс, Shift-D, все то же самое действие. А, тут смотрите, что у вас выделено, чтобы лишнего не копировали, да? И навожу вот на эту линию. По этим линиям, грубо говоря, идет цвет и на материал. Вот. И тут, например, сделаю вот так, потемнее его сделаю. Вот хочу такую текстуру. Так, теперь ручки. Ручки хочу, чтобы какие-то металлические были, да? Во вьюпорте, кстати, тоже все прекрасно в блендере видно, да? Вот как он бликует. Что это за материал, да, и без всякой нагрузки на процессор. Вот, так, теперь берем ручки наши. Вот она. Добавляем ей материал. Тут мы сделаем вообще по-быстрому. Просто беру вот этот на глоссе. Глоссе поставим там шероховатость 0.2. Да, и чуть-чуть сделаем темнее. Такие вот как бы алюминиевые. Что ли. Вот. И можем там написать. И назначить материал можно, выделив эту ручку и вот тут выбрав. Например, вот так. А можно, кстати, еще перетягивать вот этот вот шарик. Хватаем его и перетягиваем на нужный объект. И он тоже стал блестящим. Видите? Вот. Например, если мы с ножками хотим, у нас ножки, конечно, мы их там и не увидим, в принципе, можно и не заморачиваться, ну да ладно. Поставим на ножки, где ножка, вот, выделены они. Опять же, материал, new, выберу тут прям принцип, вот, вот, поставлю его, как бы, какой такой черненький такой, будет бликовать, но не сильно. Пластмасс и тут на 0.3 шероховатость, да, вот такое вот сделали. Что-то чуть-чуть летает, по-моему, шкаф, да, вот, и зеркало, где зеркало, выбираем зеркало, как делаем зеркало, new, glossy и никакой шероховатости, да, и вот получили зеркало, и в зеркале он отображается, наша серая окружающая среда, да, в общем-то, не очень хорошо. В принципе, можете взять, например, на мир, поставить use not и вместо серого цвета, вы, кстати, можете выбирать тут цвет, да. Ну, в принципе, можно и так поставить, оставить какой-то серый. У вас, кстати, и яркость всего освещения поднялась. Вот, а можете вообще ставить какое-то окружение с помощью HDRI карт. Тогда вам нужно выбрать environment текстур. Кстати, когда в блендере видите розовый цвет, вот такой цвет, да, то это значит текстура не назначена. И открываете и ищете, у меня есть или нет. Вот, видите, панорамы такие. И теперь мы увидим ее, видите, окружение. Вон у нас появилось.
Вот. Ну и это окружение отражается теперь в нашем зеркале. Видите? Вот. Вот. Ну, я не знаю, рендерится окружение улицы, шкаф на улице. Я пока что просто уберу ее. Ну, у меня будет ремонт, просто серый цвет. Да и все. Теперь перейдем, как бы, ну, у нас все вид настроен, зеркало есть, на виде с камеры, как бы, все видим, все вроде бы нас устраивает. А перейдем, теперь поставим там 1000 на 1000, да, 100% разрешение. Перейдем, поставим сэмплов, 200 штук нам схватит с головой, потому что вот тут мы включим кнопочку Denoising, вот, можем клампу Direct там поставить 2-3, Light Pass тоже размыть всякие некрасивые блики там от стекла, такие как шум, можно размыть, поставить 1. Вот, теперь перейдем в вот это, да, и в Color Management поставим фильмик, вот, чуть-чуть ярче стало, тут там Base Contrast, тут можно, да, регулировать там гамму, ярче, потемнее сделать, ну, оставляем пока все как есть, 1. Вот, и когда вы соберетесь уже рендерить, вот это отключайте. Вот, и перед рендерингом желательно сохраняйтесь. Все программы не бессмертны, все вылетают. Вот, нажимаем Render или F12. И как бы ждем окончания результата. Так, что мы тут нажимаем? Так, вот это, в общем, получилась наша картинка. Вы же мне присылаете задание Blend Files, мне не надо, вы помните, у меня картинки. Нажимаем Image, Save As, и выбираем, ну, куда-то, да, сохраняем. Это ваше DZ, DZ, CAF. Не, а вот тут можешь выбрать любой формат. Видишь? Не, не, да, охват. А, ну да, картинку. Хочешь JPEG, PNG, вот, то этого хватит. Выбираем так, где ваша папка где-то тут есть. Вот, и сохраняем. И можете вообще, можно это делать и в блендере, да, но я не буду вам сейчас морочить голову, вы все знакомы с фотошопом, поэтому открыли фотошоп, взяли папочку, открыли вашу и ваша папка. И достаем шкаф. И тут можете там разную цветокоррекцию, да, поделать. Ну, советую, можете просто. Автоконтраст, видите, добавила. Там автотон, да, вот. То есть самые элементарные такие штуки сделали. Потом желательно добавить немного четкости, да, идем фильтр, усиление резкости, контурная резкость. Вот видите, он еще прикольнее стал. Вот можете Ctrl-Z поделать. Оно вроде бы особо незаметно, но дает. Вот видите, такая текстура появилась хорошая. Вот. И можете еще копировать слой и, например, вот тут сделать мягкий свет. Вот. И его где-то на половинку, да, ну так на глазик подобрали. Так сильно, вот там 40, о, вот так вот пойдет, да, и это дело Ctrl-E нажали, свели, ну, можете еще взять фотофильтр, добавить, да, немножко, вот тут там процентов 15, так, желтизны, вот, и тоже Ctrl-E, все свели, Ctrl-S и сохранили, вот, поняли, то есть, ну, нормальный же шкафчик. Да? Лучше. Вот. Ну, то есть, вот так вы можете зарабатывать, ну, такая предметная визуализация там. Это когда-то тот шкафчик я делал еще маленьким дурным, да, по 100 гривен. И я их делал там минут 10-15. Ну, как бы
это быстро. Тогда не надо рассказывать, а вы просто делаете. И сейчас это будет стоить там 200-300 гривен одна картинка. Вот. Ну, то есть я старался как мог, но теперь вы давайте. Да?